Всем привет, с вами Штопор, и мы продолжаем пытаться выживать в игре It Lurks Below. Собственно говоря, я тут почитал немножко вики, и узнал такую штуку, как крафт блоков, собственно говоря. То есть те блоки, которые нужны для рун. Вот. И, собственно, крафтом именно таких блоков мы сейчас и займемся. То есть я, в принципе, понял механику, теперь надо просто разобраться. Вот. Проверить все как есть. Ну и вики я почитал по этой части. Наконец-то. Вики, кстати, частично устаревшая по той простой причине, что там все-таки написано о том, что вот эти вот все вещи, они разбиваются на семена. То есть либо семена, либо это. Ну и, скажем так, вики не актуально. Давай сюда. Так. Руда. А где руда? Никелевая руда. Давай берем. Неужели я ее выкинул? Неужели я это все дело... Ну, не мог я так... Лохануться? Ну да ладно. Давай смотреть. Так. Вот это вот уже интересно. То есть у меня стали доступны руны. Так. Давай смотреть. Три руны. Да, блин. Успокойся. Му. Z-рун, Мол-рун. Две штучки, да? Мол и Z. Мне нравится колечко. Вот это третье. Z-рун, да? Мол. Или же взять, сделать что-то попроще. Сейчас мол сделаем, и этого хватит нам за глаза. Так, прекрасно. Давай смотреть. Во. Так, critical hit, иммунитет на 3 секунды. Такое себе. Неидентифицированный. Я понял. Нельзя поставить в этот слот. Ладно. Ладно. Сделаем, значит, так. Проблема у нас одна. Проблема в жратве. Проблема большая в жратве. Ну, кукурузу портить я не хочу. Одну приготовить она меня не спасет, в принципе. Вот это давай продадим. Вот это продадим. Пять этих.
потому что мало ли. Все, он со мной не хочет разговаривать. От слова совсем. Да блин, на. Нахрена. Ай, это очень все плохо. Очень неприятно, но я ничего с этим сделать пока не могу. А прокачивается у меня. Вообще ноль. Ну окей, ладно. Давай мы сейчас тебе продадим. За 12. Золотишко. Блин, тут нет больше ничего. Совершенно. Совершенно. Давай. Складываем вот это вот все дело. На всякий случай сейчас скинем еще и вот это. Вот это. Да. Не очень хорошая тема. Так, ну, сейчас я даже отдохнуть не смогу. С голодом. Вопрос, почему убрали семена? Ну, spend the gold and... Так, а ну-ка. Ага. Critical hit. Банк, да? Так, 4%, 70%. Ну, такое. 50 тысяч. На самом деле такое себе это все. Так, корова меня молоком поить не хочет. Так. Давай, закройся. Хотя бы отоспаться. Хоть сколько-то. Улучшать мы научились, да? Это хорошо. Это плюс. Несомненный плюс. А вот в остальном... The horizontal beam, vertical beam. Это что у нас? Ага. Ага. Да, дружище, да мы можем сделать. Сколько? 5 по 5 всего. Это хорошо. Ну и горизонтал. Бим. Давай влепим. И норм. Чё, мы ничего не теряем в любом случае. Так, Stone Bricks. Shaped Stone Bricks. Cobstone. Один, надо 30 штук, да?
Или сколько? Да, 30 штук. Пойдем копать. Что я могу сказать? Пойдем копать. Больше там нечего делать. Больше реально нечего делать, потому что мы все равно сейчас будем умирать через каждые 30 хп. А растительность вообще не растет. Семечки негде брать. В этом беда, в этом проблема. И как это работает? Допустим, на старых версиях я смотрю, там проблем таких нет. То есть там есть возможность. Так, раз, два, вышел. Сколько? 31. Давай соберем чуть побольше, мало ли нужно будет. Полетели отсюда. Полетели отсюда. Так, давай. Вот это дело. И можно поставить вот эту вот штуку. Давай, ни хрена себе. Это что такое было? Что-то очень большое. Поэтому давай вот сюда вот вылезем, чтобы быстрее бежать было. Так, вылезли. Сейчас собрать. Я надеюсь, там что-то реально полезное. Реально полезное, потому что мне, блин, жизненно необходимо. Эта тема. Так, давай выкопать. Вот это сюда. Мне жизненно необходимо. Этот. Сейчас давай. Так, вот. Смотрим. Worldbook. Удаляет Dungeon. Давай попробуем. Будем надеяться, что там в данжах прекрасно. То есть он все данжи удалил. Это зареспавнил абсолютно все данжи. Это хорошо.
Это очень хорошо. Зареспавнил бы он еще и все остальное. Вот было бы неплохо. Было бы реально неплохо. Давай, слазь. Слазь, жратва. Все мечки думал, но это двери. Это, мать его, двери. Я думал, промазал. Думаю, ни хрена себе. Семечки добавили. Так, и тут ни черта нет. Да? Да, ни черта нет. Давай. Хоп. Давай дерево возьмем. Сюда выбрали, посадили, пусть растет. Пойдем искать жратву, которой нет. Корова, которая не дает молока. Ну вот спрашивается, как выживать в этой игре, если не работает важнейшая часть с семенами? В принципе, никак. То есть в эту игру, ну, дожирать вот те самые грибы, ну, под вопросом. Да, можно. Конечно, можно. Жрать грибы. Вот эти вот в подземелье. Пытаться там по 10 хп себе восстановить. Искать более-менее нормальные эти грибочки, которые там хотя бы по 60 берут. Но это вот такое. Все это такое себе. Потому что, ну, по факту у игры не работает кусок. Вот фарминг, рецепты для это фермы. Как эту проблему решать? Я не знаю, вот честно не знаю. Игрушка прикольная. Я не скажу, что она прям классная. Она прикольная. Но, блин, такое себе. То есть из-за вот этих вот недочетов, из-за этих багов, может это не баг, реально, может это не баг. Я, может, зря говорю, что это ну, такое себе. Просто, на мой взгляд, вот эти вот вещи должны работать, скажем так, иначе. То есть вы видите, я не могу найти абсолютно ничего. То есть после какого-то периода времени ты просто сдохнешь с голода. Вот из-за вот всего этого. Семечек нет. Все. Ты сдох с голода. То есть вопрос только во времени. Можно, конечно, пытаться сейчас это как-то спускаться под землю, ну, искать эти грибы. Но по факту это не спасет. Это совершенно не спасет.
можно обновлять. Ну вот один раз я обновил эти данжи. Вот если посмотрим сейчас. Вот. Данжи я обновил, они пропали. То есть это хорошо. На самом деле это хорошо. Но тоже не настолько хорошо, как хотелось бы. То есть это надо обновлять. И даже когда ты уже одет более-менее, то есть тебе хочется там чисто пофаниться, возможно, теперь в этих данжах убивать боссов сложнее станет, потому что там, ну, мало ли это. Я не знаю, и вот в том-то все и дело. По рецептам. Давай. Вот, это у нас. Насколько я понял. Ну да, да, это быстрый банк. Быстрый банк. В банке мы храним все это дело. И так, дерево башет остался. То есть я банально не могу выращивать ничего. То есть фермерством тут заниматься невозможно, не получится. Убить вот этого глазастого я тоже физически не смогу, чтобы хоть какие-то эти квесты появлялись. Ну, что еще? Что? Да ничего. То есть вот игра, вот на этом она и заканчивается. То есть на вот этом... Я не знаю, может это не баг. Может специально отключили семена. Вот для того, чтобы там народ лазил в подземелье, пытался выживать, искал. Вот, вот как-то так. Не знаю, что скажете. Комментируйте по этому поводу. Хоть что-нибудь скажите, напишите, потому что реально в игру невозможно, здесь в данной игре невозможно что-то сделать полноценное без возможности получать семена. Вот и все. То есть я могу сейчас вот дождаться, построить вот эту вот хрень. Но что она мне даст? Большой-большой вопрос. Очень большой вопрос. Надо сейчас открыть. Вот здесь. Платформу сделать. Вот так мы будем строиться здесь. Башер и дерево. Ну, дерево, в принципе, нарубить не такая большая проблема. Единственное, надо сейчас отоспаться. Отоспаться. Пожрать нам все равно не дадут. Нормально. Вот, you are hungry. Можно было хлеб приготовить, но хлеб он нам не даст вообще ничего. То есть нам проще вот подыхать здесь на поверхности, построить этот дом, посмотреть, что это за дом. Но опять же,
Вопрос в том, сколько я сейчас сниму вот с этого куста. Сниму две штуки, хорошо, ждать, пока там еще где-то чего-то прокнет. Сниму одну штуку, ну, блин, это значит не судьба, значит, не сможем мы посмотреть адекватно вот эти вот все вещи. То есть, что вот это? Blueprint. The head stack. Шаг. Ну. Посмотрим. Сейчас посмотрим. Пойдем нарубим дерево, если таковое осталось. Если, конечно, таковое осталось. Вот оно есть, какое-то деревце. Вроде бы как бы... Полетели назад отсыпаться. То есть видите, какая фишка. То есть после определенного периода времени в игру становится невозможно играть. Просто невозможно играть. Ну а как играть, если... Нет, грубо говоря, возможности такой вот банально там что-то сделать, как-то более-менее автономным сделать выживание. То есть вот проблема. Все, и сдох. Вот проблема. Постоянно ты не сможешь летать туда-сюда. То есть это глупо, по меньшей мере, вот так вот выживать. Тут, ну, как это еще назвать? Это просто... Бред полный. Вот, чисто в голод. Бегать по вверх. Вот он растет, еще один куст. Вот если я сниму с этих двух кустов хоть что-то, будет уже неплохо. Довольно-таки неплохо будет. Причем вы видите, с каждым разом все быстрее и быстрее эти 30 поинтов снимаются. Что, это недоработка игры. Так или иначе. Хардкора такого жесткого, но я, если честно, не ожидал. Совершенно не ожидал вот от данной игры такого хардкора. Хотя это и хардкором-то особо не назовешь. Реально, это и хардкором не назовешь. Просто вот такая ситуация в целом. Два, там, если хотя бы по два штуки я сниму, даже с одного два, с другого, это, так, сколько? Пять штук.
сейчас он будет дохнуть, дохнуть, дохнуть. То есть ждать, пока вырастут эти кусты, и уже смотреть, конкретно смотреть, что да как и почему. Ну, не растут они. Не растут. Может, сейчас вон там увидим. То есть это несколько дней получается. Так, есть. Есть, сними. Снять два. Два штучки снять. Было бы очень хорошо. Но хрена там лысого. Да. Игра решила сделать так, чтобы перк мой не работал в принципе. Перк не должен работать. Вот и все. Зачем? Баг же. Зачем работать этому всему делу, когда это все может прекрасно не работать? Так, вот он растет. Ну, полетели назад. И ждем. Ну, блин, это жесть просто. Это просто жесть. Я знаю, вот кто в эту игрушку играет так давно, могут мне высказать, вот ты там неправильно делаешь. Особенно те, кто играют на пиратке. Ты неправильно делаешь. Кто, если кто в это в лицензию играет, то есть я уверен, что все-таки смотрят меня именно такие. Кто может подсказать, как делать семена? Так, это дело сброса. Респаун. Dungeon normal. Nightmare. Ну я понял. Я понял. Пойдем в эту сторону. Морковка. Морковка выросла. Морковка, привет. Нет, это не морковка. Гарлик. Это не морковка. Увы и ах. Она мне не поможет, в принципе. Вот какая-то травка расти пытается. Может все-таки вырастет что-то полезное, что-то интересное. Му. Му. Просто жесть. Ну, стоит корова. Почему корову нельзя доить? Почему с нее нельзя молоко взять? Вот что за херня творится с этой игрой? Разработчики, я понимаю, что это умеет смотреть это дело не будет никто, но тем не менее. А потом удивляются, вот добавляют режим
без голода, без стамины. Ну, чисто фановый такой. Вот. И удивляюсь тому, что в хардкор, на хардкоре никто практически не играет. То есть, вот если вы сейчас посмотрите ту же самую Террарию, на хардкоре начинают играть там единицы. Да ее сейчас и не стримят, не записывают особо Террарию-то. Но суть-то вот в этом. О, еще одна растет. Хорошо. Палочки, веточки. Это хорошо, что растет. Ну, блин, ждать долго. Очень долго. Пока это все дело... Пока это все дело вырастет. В принципе, я бы мог за вот эти вот минуты успевать как-то спускаться вниз. Но я знаю, что я не буду успевать жратву искать. Жратву-то не найти за такой короткий период времени. Просто нереально найти. Вот. И квесты у меня закончились. Кроме вот этого больше ничего нет. Или он забагался. То есть, быть может, вот этот блок открывается как-то в процессе, то есть по квесту там еще как-то, но мне что-то подсказывает, что это маловероятно. Может, сейчас вот в этой зоне побегать, вот мы линию знаем, разграничение, то есть побегать вот тут. Просто пошастать там туда-сюда. И уже думать, что дальше. Думать, что дальше. Так, ну, дерево растет потихоньку. Значит, и то должно расти. Будет ли оно расти? Вот здесь можем под коровой смотреть, поискать, может, сундуки какие будут. Так, ну, соберись. Да, собралось, но далеко не то, что мне нужно. Далеко не то, что мне нужно. Ну и на этом спасибо. Еще одну мету найти. Можно сейчас скинуть все в этот, в банк. Так, не понял. Я же строил здесь. Или он пропадает? Так не говорите мне, что он пропадает, этот ящик. Да, скорее всего, пропадает. Ну ладно. Это все мелочи. На самом деле. Ладно, дохни уже. Такое себе сейчас. Да, вообще офигенно. Еще вы приперлись. С какой стороны? Так, вы попрете сейчас
отсюда. Ну, окей. Буду вас убивать. Давай здесь поставим упор. Стенах-то. Это плохо. Так, этот остается только этот дед, да? Дед остается. Ну, ладно, хрен с тобой, оставайся. Убить этих чертей всех как-то надо. Потому что я физически не смогу забрать тогда эту хреновину. Это мне не нравится. Давай сохраним, посмотрим, что у нас по звуку. Да, по звуку у нас все печально. Надо было раньше это сделать. Играть. Поехали дальше. Взорвешься, ты нормально взорвешься, красиво взорвешься. Так, покоцал, да? Корову, что любили. Интересно. Полетели.
полетели. Ну, хорошо их хоть под землей ловить теперь не надо. Сейчас припрутся сами. Хоть какой-то это... Какое-то развлечение. Этот вырастет еще не скоро. Ауч. Как саданулся, а? Давай. Всем хоп. Так, давай вот здесь. И давай назад. Назад топай. Топай назад. Командор. Прекрасно. Ну, хоть какая-то радость. Какая-то радость. Да, эту серию мы будем до упора писать. Потому что я считаю, что она будет последней у нас. По крайней мере, до того момента, пока здесь не починят или не вернут, я не знаю, как это назвать, возможность графить так назад. Потом сейчас это... Упадем. Упадем. Так. Давай смотреть, что тут у нас есть. По жратве. По жратве у нас, кстати, рецептов-то много. Но толку от них, когда не из чего готовить. Это огорчает весьма и весьма. Так, давай спать. Это огорчает. Так, осень у нас в разгаре. В разгаре, говорю, очень. Такая лажа, а. Так, вот ты, туша. Иди опять сюда. Вот этот. Дохни давай. Стеночки нету.
Блин, остался самый, блин, жирный этот босс. Как его убивать, я, если честно, вообще не знаю. Просто не знаю, потому что это жесть. Так, трава растет обычная. Почему не растет все остальное? Вопрос. Вроде бы должно расти и все остальное. О, есть, 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 есть. Давай. Оп. Назад. А я построить-то все равно не смогу или смогу? Так. Давай вот сюда. Давай, оп. Смотрим. Да, я не смогу построить. Потому что хотя... Смогу я все построить. Идите нахер. Так, 43 секунды. Да, это быстрый этот. Хорошо с собой, наверное, в поход брать. Так, тихо. Так, 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 давай, хоп. Хоп. Надо убивать эту тварь. Ждем, пока умрем, и пробуем смотреть, в общем, что там, как там, зачем там и так далее и тому подобное. Где ты есть, скотина? Ты идешь вот с этой стороны. Это хорошо. Это ты молодец. Так, тихо, уходи, уходи, уходи. Так, ну только так. Критую. Давай. Улетай. Давай, восстанавливай все, что можно. Этот черт пусть стоит. Командор. Но его надо убить. В принципе, я его критую. Так, нормально, нормально. Критую. Так, ну он сейчас убежит. Ладно, давай, собирай.
Он сейчас убежит. Сейчас быстренько перейдет вот сюда, да? А сможем ли мы? Ладно, окей. Тут не сможем, тут тоже не сможем. Нам бы на крышу сюда забраться. Ладно, давай, открыли, закрыли. Так. Пять тысяч. Так, а сколько у меня осталось? 4000. Так, получается... Идет, 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 идет. Что-то с него выпало. Так, полетели. Полетели. Так, а чего выпало? Давай смотреть. Левел 16. Блин, мне нужна вот такая вот хрень, которая стреляет. Вот если бы выпало что-то похожее, было бы офигенно. Так, ты там чё, чё это за гоблин? Чё за гоблин? Чё за гоблин? Давай смотреть. Хм, крылья. Так, маус, Wings. А, я, блин, ради этого. Я ради этого. Вы понимаете, да? Я дурак. Я ради этих крыльев с голода тут дохнул. Они хоть что-то дают? Вообще ни хера не дают. Вообще ни хера не дают, а? И как это называть? Это ну такая себе игра. Дайте мне, мать его, семена. Возможность ставить семена, крафтить вернее, и все будет хорошо. Ладно, ребят, вы увидели от этой игры на данном этапе, я думаю, все. Будем ждать обновлений, больших обновлений, то есть когда они будут, как пройдут, ну, будем посмотреть, в общем. И уже там
будем выживать. А пока с обзором данной игрушки, с выживанием в ней, я, наверное, закончу. Не совсем то, что я ожидал. Судя по видео и обзорам других, как говорится, пользователей данной игры, ютуберы, опять же, записывали, но записи все, по всей видимости, старых версий, где семена нормально работают, без проблем. Тут же все предельно плохо. Ну, я не знаю, может, я зря грешу на это все дело. Может быть, в каком-либо другом режиме семена и создаются из этого дела. Из фруктов, овощей. Но тут, увы, и ах. А на этом все. С вами был Штопор. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте обязательно. Приглашайте друзей, знакомых. И всем пока-пока.